Всем привет, ребята! Ну что, вот я выбил нового героя, сейчас мы сделаем на него мини-обзорчик, посмотрим, что это за герой, что он может, как он себя показывает, потом его прокачаем. В общем, поехали. Сейчас попробую перевести его скилл, посмотрим на него, разберемся, что это за имбушка. Чик! Вот так вот. Ну, мне он больше, честно говоря, напоминает какую-то ящерицу, скорее всего. Такс. Но что-то его прозвали драконом, хотя, в принципе, он похож на дракона. Посмотрим, как в итоге его назовут на русском сервере. Его можно получить без доната, то есть я его выбил, когда делал вам обзор обнову, вообще за пару тысяч самоцветов. Надеюсь, что он себя оправдает. Так, поехали посмотрим на него в действии, потом будем разбираться в его скилле. Так. Масс, конечно же, лукасики. Поехали смотреть на нового героя. Второй герой донатный, скорее всего, быстрее его будет, можно будет получить на английском сервере. Так, давайте сейчас сделаем. Вот так, зеленому зеленое поставим. Давайте посмотрим по статам, что он себя представляет. Так. Атака 4600, 72 тысячи жизни, 1200 скорость атаки. Скорость атаки маленькая. Так, давайте по сравнению, например, Анубиса меньше. У нас там 90 у Бигфута. Ну, не дотягивает он до топовых. Все-таки жизни не так уж и много у него будет. Космо. Космо тоже больше. Роза. То есть жизни, как видите, у него, если сравнивать с другими героями, 90, 50, 40. Ну, средненький такой он. Средненький, даже ниже средненького героя. 87, 50, 100. Да, все-таки, ну, такое не особо. По атаке тоже средненький. Так вот он выглядит, какой-то бегающий дракон. Короче, вот так вот он бегает. Не знаю, ребят, напишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Сейчас я вам просто стараюсь сделать все вместе. И обзоры, и сразу же видосы. Вы знаете, что у меня сразу же выходят все видосы. Честно скажу, пока по обнове ничего не могу сказать. Печально то, что прокачки 20-х. Прокачки есть 20-х скинов, и это реально печалит. Думаю, многих. Так, есть. В общем, вы пока наслаждаетесь обзором обновы. А мы поехали дальше. Дальше. Так, смотрим на героя. Поехали на подземке. Посмотрим, как он себя здесь будет показывать. В общем, бегает он. Ну, медленный, скорость атаки. Судя по всему, немножко дальник вроде как бы, да, дальник. Вот так вот он активирует зону. Нифига себе. Нифига себе. Смотрите, что он делает. А он просто жесткий тип. Блин, прикольно. Энергия, как видите, заряжается довольно-таки быстро. Так, что у него по этому? По скиллу. По скиллу, давайте будем сейчас разбираться. Так, судя по всему, 5 секунд действия, зональный урон. Так, а ну-ка я сейчас забегу. Найду его здесь, вот он. Так, 5 секунд.
наносит процентуальный урон. Бьет, в принципе, по зоне. Насколько я смотрю, куча всяких иммунитетов. Увеличивает себе силу атаки, скорость атаки, уменьшает входящий урон, восстанавливает здоровье. Блин, ну не знаю, поехали посмотрим. Мне интересно, или он автопрокер или нет. Это раз. Ну сейчас его прокачаем. Ну тут его, наверное, сейчас просто... Понятно, все. Тут мы сейчас ничего не посмотрим. Давайте немножко его прокачаем. Качнем ему левел, сделаем просветики. Давайте. Вот, девятку качнули, в принципе, нам этого хватит. Качнем ему немножко левел. И прокачаем просветы, посмотрим, как он себя будет показывать. Автопрок, не автопрок. Ну, по сути, он такой, вроде ближнего боя, но не совсем. Одна-две клетки есть, но это на сегодня не ихти. Плюс у него маленькая скорость атаки. Так, окей. Поехали качать. Прорывы. Так, мана у нас есть, отлично. Золото тоже у нас есть. Мне интересно больше второго героя посмотреть, но это скорее всего будет завтра, либо послезавтра. Не знаю, как они там с обновой определятся. Так, эволюцию мы пока ему делать не будем. Давайте докачаем просветы. Интересно будет посмотреть еще на его иммунитеты. Так. Что у него по иммункам будет? Так, в принципе, у меня там должна быть пятая ринг. Так, окей, есть. Ладно, докачаю уже до максималки, чтобы потом не возвращаться. Возможно, не все так плохо, еще в обнове посмотрим. Но этот герой непонятно еще пока. Так, давайте изначально ставим ему ремочку. Пусть там Фрейю дамажит, смотрим. Автопрокер. Однозначно автопрокер. Ого, нифига себе он дамажит. Ну-ка, я не понял, а ну-ка еще раз посмотрим. Мне интересно стало. Так, давайте на подземку какую-то нормальную побежим. Да, автопрокер, набор энергии. В принципе. Ого, нифига себе, это что по нем так миссуют? Офигеть. Блин, так его не пробивают. Нифига себе. Он себя вот видно сразу хилит, станется. Станется-то он, конечно, хорошо. Интересно, интересно. Блин, он круто смотрится, я вам скажу. Да его фиг пробьешь, смотрите, он себя хилит нормально еще.
усиляет деф, но очень много мисов. Я вот этого не могу понять. Сейчас посмотрим, сколько у него встроенных мисов. И у него статки, ну это просто жесть. По нему мисуют даже без эволюции, без аугментации. Да нет, в принципе. Странно. Автопрокер, это, конечно, круто. Это хорошо. Значит, можно попробовать такой вариант. Поставить ему воодушевление. Ну, конечно, он заряжаться и так будет нормально. Просто посмотреть. Вот он бежит. Да, вот он включился. И они все стоят в какой-то обездвиженной. То есть, прикольно. Интересно, ну давайте дальше пойдем на кошмарку хотя бы какую-то. Интересно, здесь посмотреть, что у нас будет. Ну, станется, это понятно. Вот, его магия работает, и они его то ли не атакуют, то ли что, я что-то не могу понять. Они стоят все... Странно. Ну, блин, реально очень интересный герой. Не знаю, мне он уже нравится, надо будет дальше его тестить, но... Автопрок плюс единственное станы, то, что ближнего боя, ну, не летающий. Но это бездонатный герой. Интересно, он будет очень крутой, по сути, на PvP локациях. Там, думаю, он будет очень круто заходить. Со своим таким зональным скиллом. Не знаю, мне он уже нравится. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя, но так, на первый взгляд, очень даже ничего. Но мисов, блин, столько. Я не знаю, откуда столько мисов у него. Может, он себе уклон там повышает. Давайте попробуем со слоном от стана. Так, воодушка, думаю, здесь не нужна. Попробуем такой вариант. Что-то не могу понять, урон вообще не наносит своим скиллом. Какой-то странный у него скилл. Они то ли в каком-то не могут не попасть, ничего я вот не могу понять. Интересный скилл, конечно. Скорее всего, он же забирает энергию. А ну сейчас посмотрим по энергии. Скорее всего, забор энергии действует таким вот образом. То есть он просто тупо забирает энергию у героев. Сейчас посмотрим, пусть героям подойдет и включится. Но они и останавливаются. Непонятно. В общем, очень много непонятного по герою. Буду дальше разбираться, смотреть. Ну, не знаю. Судя по тому, что вы видите, он реально обалденный. Держится без эволюции и шатает. А какой у него там урон? А, он процентуально сносит, что ли? Смотрите, как дамажит. Блин, ну не знаю. Крутой герой. В общем, мне он нравится уже. Посмотрим, будем разбираться, делать эволюцию и остальное. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.